Уже включила. Это попытка номер 8 снять масла на самом деле. Я сняла большое описание, рассказ о каждом масле. Все это не загрузилось. Это гигантское видео показалось. Потом телефон из-за этого заглючил. В общем, все удалилось. И теперь будет по очереди с медитациями отдельными. Это теперь уже ближе к отчету. Здесь практически все, кроме масла зверобоя, оно еще не прилетело. Я обычно его заказывала на наших заводах. Это только делается по заказу арома масла зверобоя. Я заказывала несколько лет назад на курс. У меня был отдельный курс по зверобою и отдельный курс 10-дневный по шалфею. Энергии и все остальное, что с ним связано, все глобально. А от искусства и знаний Древнего Египта до такой многомерности. А это теперь уже будет на курсе «Женщина-цветок». Вот это больше для свечей. А здесь больше для и вот эти пробники разной нишевой парфюмерии. Это для медитации, для погружений, для курса «Женщина-цветок». Это, кстати, тоже для нее всевозможные энергии. Допустим, чистый сок алоэ, масло имбиря, не ароматическое, а мацерат, масло камелии и так далее. Тут их много разных, начало их больше. Вот, это просто то, для чего я прописываю сейчас медитации и рецепты. Поехали. Это как не отчет. Меня попросили сказать, какие есть масла, с какими можно свечи заказывать. А вот это, скорее всего, не для свечей. Тут только несколько масел будет для свечей. Почему? Потому что здесь обычно 1 мл, 2 максимум, 5. А это очень редкие ароматы. Я для сетки ароматов. Ароматы со всего мира, с силовых мест собирала. Значит, мити – это жареная земля Ганы, ее называют священной землей, первозданной землей. Земля Ганы глинистая выжаривается и потом настаивается на сандаловом чистом масле. Тут 1 мл, по мне 3 мл. Очень мне нравится этот аромат. Так. Это у нас ут. Вот его здесь много, потому что это всего по 1 мл, а я успокоиться не могу, я постоянно в этом аромате. Это составляющая всех дорогих нишевой парфюмерии для мужчин, в основном для женщин тоже. Здесь такой запах, что про него я вот минут 40 рассказывала в предыдущем видео. Аромат сумасшедший, денег. Всего, что у нас ассоциативно связано с большим богатством. Древесный, немножко пачули напоминает, и тут же коньяк, и тут же табак, и вишневую трубку табачную мне напоминает. Тут очень-очень много оттенков, и я вот в нем могу утопать, и каждый раз это какой-то новый оттенок появляется. Это одно из самых любимых моих аромамасел. Так. Османтус тоже афродизиак природный, тоже очень редкое масло. Тут тоже 3 мл. Я как раз сейчас сижу в османтусе. О каждом этом аромате я буду рассказывать. Это фраджипани. Фраджипани я очень люблю, индийские растения, очень похожи на эту, на маной, но более сладкие. И вот это что-то... Я с пятигрейном или с танжерином, когда наношу на руки, это просто такое облако неги, экзотики, тепла, уюта, бунгало и так далее, что не хочу сейчас даже описывать. Это самый яркий аромат, который я люблю. Еще один мой любимый – абсолют чайного зеленого листа. Очень-очень свежий запах. Тоже знаком многим по дорогой парфюмерии. Так, он же, там по 1 мл. Цитронелла, это у меня в ходу, потому что я с Катюхой хожу, это от комаров. Ут опять. Это, наверное, две мимозы. Обалденный аромат.
тоже 1 миллилитр, но это он не очень стойкий. Знаете, как пахнет мимоза, она же, да? Очень освежающий и тоже очень-очень много оттенков. Не буду я о них всех рассказывать отдельно. Буду. То сейчас сходу что-то бормочу. Это Ликано, это лишайник. Бобы тонко я не достала, где-то они в сумке сейчас. Я с ними ходила. Османтус еще раз. Еще раз осамский. Это то, что я привезла. Бобы тонко где-то тут рядом. Вон они. Только что ходила в них. Манука. Она немножко с этими... я обещала не рассказать. Чампака желтая. Мускатная роза. Это ромашка римская. Это монарда. Гвоздика пряность. Не из бутонов, а из самой пряности. Это корица. Чистый абсолют. Корица тоже не цветки, а с дерева, кора. Мирт. Цветы. Потому что есть разные. Есть листья, цветы. Лемонграсс. Жасмин обычный. Это ближе к чубушнику, но это итальянский жасмин. Это цикламен. Это бессмертник итальянский. Это ваниль абсолют. Это таитянская. Это гордыня. Достаточно резкий аромат. Это ландыши. Это липы. Ее должно быть несколько. Ромашка немецкая. Роза дамасская или марокканская. Лилия имбирная. Это похоже на домашнюю. Я забыла, как называется. Неагапантус. Липа была. Лицея. Роза болгарская. Гиацинт. Кати. Нарцисс. Левкой. Это матиола ночная. Герань, но не мускусная, обычная. Мускусная ко мне едет. А просто роза. Их несколько. Просто роз, и они тоже все разные. Нарт. Вообще-то на картинке бугенвилия. Черный перец, белый, красный и сычуанский едут. Дубовый мох. Мне нравится, но он очень вязкий, тягучий. Его неудобно на себя носить. Диагель тоже такое. Корневище, дерево. Янтарь очень мне нравится, особенно когда работает на стопах. И в решетке Petit Grain. О, это моя любимица. Не думала, что влюблюсь. Даже думала, брать или не брать. Сирень, но не такая, как у меня со Штатов есть, ядреная. А вот она похожа на сирень, которую мы привыкли вдыхать весной. И она такая эйфоричная. Вот такая многогранная. Куркума, но она долго не держится, зато оставляет желтый след. Перуанский бальзам, тоже такие бальзамические нотки деревянные. Авербена лимонная. Чоя лабатан, их там несколько, чоя было желтая. Чайная роза. Цвета. Это... Ладно, потом расскажу. Бегардия эфирная. Цвет это железы. Шалфей мускатный. Магнолия. Тмин. Сегодня цветы собирала, сейчас сушу. Лемим.
морковь, бензоин. Нравится мне, он всегда высокая нота во всех любимых моих духах. Бей. Лабданиум. Тут очень многие масла пахнут, как мои любимые... Суперхит. Мои любимые аромапалочки индийские. А жасмин ночной, это моя королева. Обожаю ее. Очень классный запах. Афродизиак. Я с ней сплю обычно. В ней сплю. Чоя Раль. Орхидея. Сандал. Лотос голубой. У меня лотосов много разных производителей. Эти мне очень понравились. Амбра серая. У меня есть амбра черная. Он такой мощный афродизиак. Фиалка и достаточно стойкая. Акация сладкая. Так, вот чуэнак. Это у нас еще одна тубероза. А, тут была гордыня. Это танжерин мой любимый. Бакул. Это у нас белый лотос. Мой любимчик розовый. Я не ожидала такой многогранный запах. У меня есть теперь твердое масло лотоса и типа атара лотоса есть. В общем, атар здесь. Несколько видов лотоса, и он обалденно пахнет. Вот то, что я люблю. Гуаяковое дерево. Это у нас гелиотроп. Неожиданно, но мне нравится этот аромат. Ирис, по-моему. Табачный лист тоже обалденный. Но я вот сейчас заказала табачные цветы. Они идут в дорогой парфюмерии. Редкий аромат. И я пока до конца не могу его описать. Жду, когда прилетит с Франции. Так, и где мой любимый ненаглядные плоды? Ой, эти бобы тонко. Где-то есть в сумке. Непонятно, куда я их закинула. Так, ликанули шайник. Вот это больше для свечей. Не знаю, что успею. Эти ароматы отдельно будут. Пробники с нишевой парфюмерии. Это тоже отдельно сниму. Ой, что-то у меня места уже здесь не хватает на это все. Совсем коротко сейчас будет. Полынь. Это все свечное. Полынь, шалфей, розовое дерево, корица, чайное дерево, ель. А, так, не буду читать, не помню. Это туя. Лаванда. Тут у нас грейпфрут, ягода, фенхель, миндаль, там ваниль, папайя, сантал, потом маракуйя, лемонграсс, сандал, анис, кедр, цветочная смесь, базилик. Это тоже смесь антистресс. Так, розмарин. Апельсин. Апельсин горький. Магнолия. Мускатный орех. Мелисса. Пальмароза. Это энергетическая смесь. Мандарин. Ваниль более простая. Мята. Чабрец, тимьян. Эвкалипт. Ладан, мира из этих более доступных, не помню,
роза, нероли. Так, что тут у нас? Базилик, ветивер. Это сандалы черные, серые разные. Лавр, сосна. Это чернобрывцы. Черночайное дерево, апельсин, не помню, розмарин, не помню, пачули, белый лотос. А, вот она, сирень, она не такая, ну, она больше на мыло почему-то похожа. Очень ядреный лимон. Тут надо все разводить 10 раз. Вот эти синие флакончики. Не буду уже читать. Имбирь. Бергамот. Можжевельник. Опять пачули. Жасмин. Иланг-иланг. Кайпут. Лайм. Гвоздика, кардамон, апельсин, сосна сибирская. Я сосен 5 видов заказала. Там вообще хвойников очень много. Розмаринов много видов, лаванды и базилика очень много видов заказала. Розмарин, кориандр, но это будет позже. Они там еще делаться должны. Герань. Так, это мандарин, наверное. Еще один розмарин, вербена обычная, пихтовое масло. А где остальные? Что-то я не вижу те, которыми я часто работаю. Так, это я позже опишу, у меня уже 17 минут. Ну, хаотично, но понятно, какие есть масла. Это уже ответ на вопрос, какие есть масла, чтобы заказать свечу.